Re, viss ēters ir te! Завтра в Латвии без значительных осадков и температурных колебаний. Преимущественно облачно. Вечером в Курзаме небольшой дождь. Ветер слабо умеренный южного направления. Ночью и утром температура воздуха понизится до нуля минус 4. Местами образуется туман. Днем воздух прогреется до минус 1 плюс 3 градусов. Дороги будут скользкими. В Риге облачно без осадков. Температура воздуха около нуля. Умеренный южный ветер. На этой неделе температура воздуха в Латвии будет в основном выше нуля. Временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. До среды по утрам местами возможен небольшой мороз. В Курзаме температура воздуха повысится в среду до плюс 7. Во второй половине недели температура воздуха в большинстве регионов страны составит минус 2 плюс 7. По прогнозам синоптиков, более холодной и снежной погоды можно ждать после Рождества.